Всем доброго здоровья! У нас очередная тренировочка на канале. С вами, как всегда, Дмитрий и Екатерина. Прошли выходные. Хорошо. Месяц просто прошел тоже. Прошел тоже, да. Года. Вот, как бы последний день января, так что и мы его празднуем тренировкой. Да. Так, начало недели, начинаем с исходного положения. Это макушка тянется вверх, спина прямая, колени согнуты под углом 90 градусов. И стопы, плотно прилегающие к полу, либо к подножке вашей коляски, при этом они должны быть обязательно в обуви, даже если они стоят на подножке коляски. Все 90 градусов, здесь 90 градусов и снизу, по стопам. Да, да, все верно. Если вы выполняете наше упражнение стоя, значит спинка прямая, макушка тянется вверх, таз немножечко подкручен вперед для того, чтобы стабилизировать поясничный отдел. Эту неделю мы проведем первую половину нашей зарядки в кардиоразминке. Поэтому начнем. Да, а рубрику вопросов мы перенесли на часть, где я занимаюсь либо в разминке, либо степ, либо там, где у меня перерывы есть какие-то. Катя будет вам рассказывать. Пока Дима занимается будет, я буду рассказывать. А сейчас вместе с нами я тоже хочу позаниматься, как говорится. Конечно, да? Это, занимайтесь. Мне кажется, неправильно. Ладно, поехали, Катя. Так, ну что, с чего мы начинаем? Мы поднимаем максимально плечи вверх и сбрасываем их вниз. Темп достаточно быстрый, мы выполняем 20 раз. Макушка тянется вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 20. Хорошо. Все, теперь закончили упражнение. Теперь мы опустили подбородок на грудную клетку, а наши плечи и лопатки продолжают работать вертикально вверх и вниз. При этом они у нас встречаются вот здесь вот, в районе седьмого шейного позвонка. Зашипело что-то у меня. Так, ну что? Зубом слегка? Нет. Давай. Наклонили и работаем вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Хорошо. С сегодняшнего дня садимся на диету. Знай. Класс. На 21 день. Надо метриком померить пузо. Интересно будет. Кстати, очень часто бывает такое, что люди взвешиваются и вес остается один и тот же. А, ну я понимаю. А вот как раз таки объемы уходят, поэтому сантиметр вполне себе хороший вариант. Хотя могу взвеситься, что тут, если поставил, то встал на месте. Я тоже думаю. Отпустил. Не хочу себя расстраивать. Так, ну что, продолжаем? Да. Следующим нашим упражнением будет разведение рук через стороны до максимального подъема, раскрытия плечевых суставов и опускаем руки вверх. И руки стараемся за уши. Да, наша плечевая кость уходит за ушко, да, то есть не вперед, не к лицу, а именно к затылочку. Стараемся, стремимся. Рекомендация, к примеру, вы можете эти упражнения делать не обязательно. Вот мы одели с Димой утяжелители, то есть можно использовать гантели, можно использовать бутылочки с водой, если нет гантелей, можно использовать утяжелители, можно использовать там килограмм сахара примотать бинтом, если нет утяжелителя. И если вы на начальном этапе и у вас вообще ничего нет, вам может ничего и не нужно пока, вы просто поднимаете руки вместе с нами. Если у вас не замыкают локтевые суставы, я рекомендую их зафиксировать либо эластичным бинтом, либо одеть специальные локтевые ортезики, которые не дают руке сгибаться, и тоже вместе с нами поподнимать руки, тем самым разрабатывая верхний плечевой пояс. Поехали. Начинаем. И макушка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Хорошо, расслабились. Следующее. Кардио у нас. Или да, так? Давай, да. Погнали. Теперь впереди себя. То же самое. Подняли ручки вверх и опустили. Кто стоя, постарайтесь стабилизировать поясницу. Дима тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Старайтесь при подъеме рук вверх делать вдох. Это будет еще и дыхательная гимнастика. Обязательно. Дима, правильная рекомендация дает научиться. Я просто рекомендатор. Рекомендатор? Дальше. Следующее упражнение, как будто бьем грушу впереди себя. И раз, раз, два, два, три, три, четыре, четыре, пять, пять, шесть,
шесть, семь, семь, восемь, восемь, девять, девять, десять, десять. Хорошо. Уводим руки максимально назад, раскрывая грудную клетку, соединяем лопатки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. И от плеча поочередно работаем рукой вверх. То правой, то левой. 113-я тренировка, 1-0. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять еще. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Хорошо. Делаем вдох, выдох, вдох, выдох. И повторяем. И повторяем эти же упражнения. То есть это у нас будет второй круг. До 30 секунд делала рекомендация. Да, да. 30 секунд, кому-то минута. Ну, старайтесь больше минуты не отдыхать. Для того, чтобы восстановиться. Ой, у нас жизнь такая, хрен отдохнешь. Я водички принесла. Я понял. Когда захочешь, говори. После третьего круга. Так, стоп, рано, плечи. А, плечи тоже надо? Конечно, сделаем еще и плечи. Давай. И прямые, потом с наклоном шеи. И те, и те. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Наклон головы и... Ты сломал ногу себе. Ну, придется звонить маникюрщице. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Четыре стороны, руки вверх. Начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Делаем вдох, выдох. У меня еще массаж, кстати, идет. О, как ты заряжен по полной программе. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, десять. Отдых. Вдох, выдох, восстанавливаем дыхание обязательно. И затем боксируем больше. Раз, раз, два, два, три, три, четыре, четыре, пять, пять, шесть, шесть, семь, семь, восемь, восемь, девять, девять, десять, десять. Хорошо. Восстанавливаем дыхание. И работаем от плечевого сустава вверх. А назад не будем? А, назад, точно. Вообще забудь, что это такая после выхмеля ты. Да, да. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Устал капец как. Это ж хорошо, Дима. Или очень жарко. Я окошко открыла. Давай. Раз, раз, два, два, три, три, четыре, четыре, пять, пять, шесть, шесть, семь, семь, восемь, восемь, девять, девять, десять, десять. С хвостиком? Да. Восемь, восемь, девять, девять, десять, десять. Хорошо. Восстанавливаем дыхание, отдыхаем 30 секунд. Я, кстати, решил себе делать массаж по-другому. Каким образом? Я не буду теперь ждать полгода и потом вызывать его на 10 сеансов. Я буду делать один сеанс раз в неделю. А, кстати, хороший вариант. Я с ним поговорил, он говорит, так это наоборот правильно. И мы, короче, договорились, что он будет приходить ко мне каждый понедельник и делать массаж. Да, чтобы хорошо. Чтобы не запускать. Чтобы не запускать и заодно поддерживать. Тем более, что в этот момент он будет понимать, что тебе доразбивать. Что тебе расслабить? Ну, он делает все полностью, весь комплекс. Однозначно там такой. 2 часа у меня идет массаж.
Тяжело. Тяжело. Ну, по времени, конечно, тяжело. Считай, это 2 часа твои мышцы тренируются извне. Ну, я его говорю, давай быстрее, он говорит. Быстрее не получится. Как? Да, да, потому что если ты хочешь эффекта, надо пройти хорошо каждую мышцу, иначе это только... какая-то просто... Только в 4 руки. Так. Ладно, давай, сейчас это сделаем. Да? Начинаем с плечей. Угу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Два. Наклон головы. А плечи вертикально работают. Раз, два, и лопатки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Хорошо. У нас такая метель идет, вообще красиво. Красиво, а вчера было влажно. Вчера такой мокрый снег прошел, и утром сегодня... Сегодня вообще красиво, да? Все было, дошла, да, нормально. Шапки в деревьях, дошла хорошо. Так. Елки белые все. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, не забывай макушку тянуть вверх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Фух ты, господи. А в глазах белым бело, нет снега, ничего. Давай восстанавливай дыхание. Фу, и будем боксировать. Кстати, подъем рук вверх. Если у вас локти не замыкают, вы можете выполнять даже из положения лежа. На локтевые суставы одеваете бинты, либо ортезы, и работаете. Раз. Назад. Останавливаю дыхание. Несколько вдохов-выдохов и работаем. Раз. Два. Зажимаем лопатки и раскрываем грудную. 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Тоже восстанавливаем дыхание. Делаем несколько вдохов. Восстанавливаем руки. Руки не подниму, наверное. И работаем от плеча вверх. Поднимешь. Раз. Раз, два, два, три, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Ну что? Как? Я при смерти, как я, блин? Блин, какой-то час уходил у нас на это все. Сейчас, мам, 15 минут. Даже меньше. Даже меньше. Ай, ну это нелегко, как бы я хочу. Надо будет воды попить. Да, сейчас воды попьем, а потом продолжим. Потом расходимся. Хорошо. У меня уже плечи болят и шея. Тяжело? Болят. Короче, смотрите, на всех упражнениях болит спина. Болит, это значит, мышцы болят, то есть они работают. Спина болит вся, полностью от копчика до макушки. Трапеция, плечи, трицепс, руки, широчайшие, этот, как там, крылья, бицепс, трицепс. Безумно сейчас устают ноги, особенно при вот этих вот впереди подъемах, тело идет вперед, ну, просто похудею, еще будет больше идти, тут есть опора, так сказать. Усидчивость. Да, поэтому включаются мышцы стабилизатора, я так понимаю. Да, мышцами стабилизаторами при наклоне корпуса являются ноги. Конечностями, стабилизаторами, даже так можно сказать. Есть спина тоже, тут и ягодица, все. Так, теперь мы
в достаточно спокойном темпе, берем палочку или ленту. Если это лента, то вы ее немножко перерастянули и удерживаете в состоянии растяжения. Да? Прям сильно перерастягивать не надо. Натянули и еще чуть-чуть. Этого вполне достаточно. Руки прямые, макушечка тянется вверх, спина прямая. Убрали максимально руки назад и вернули в исходное положение. То есть растягиваемся. Раз. Пушка. Два. Три. Старайся в крайней точке не рывком. Четыре. Угу. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Так. Так. Уходим в сторону, вместе с руками корпус, возвращаемся в исходное положение. В другую сторону, в центр. Работаем со стабильным тазом. Если вы работаете стоя, зафиксировали поясницу, вытолкнули таз немножечко вперед. Тоже, когда сидим, стараемся не отрываться половинками от стула. Оторвешься тут, с удовольствием не получится. Давай, работаем. Катя, а выпившему можно тренироваться? Нет. Зря. Выпившему что хорошо. Не надо тренироваться. Работаем. Раз. Два. Я в разные стороны, ты уже начал в одну, значит, дорабатывай одну. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И еще подход. А ты в другую сторону. То есть вы видите, разницы нету. Можно отработать и в разные стороны, и проработать одну конкретно. Два. Ух ты, я запуталась. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Так, убираем. Спина мокрая. Я хочу пить еще. Давай попьем и займемся шеей. Не ворбься. Я не буду. Нет, кстати, я заметила, что я за это лежала, сидела, вот это вот все. Да, я посел. А если... Я нет. Я сегодня в маршрутке еду, не такая... Ну, поняла. Что-то как-то я неправильно еду. Угу. Начала выпрямляться, а там, ну, еще и неудобное кресло, что нельзя прям вот так вот выпрямиться. Оно такое тынь с изголовьем. Да, больше с нами сказать. И рулить. Так, мы перешли в фазу, когда будем заниматься шейным отделом позвоночников. Значит, какое у нас сегодня будет упражнение? Смотрите, мы сидим ровненько, плечики раскрыты, грудная раскрыта, спинка прямая. Можно делать с облокочением. Так? Что мы делаем? Наша голова подбородком спускается вниз по грудной клетке, и затем затылком, у меня это хвост, да, поднимается вверх. То есть мы работаем вот в таком вот направлении. Да? По грудной спустились подбородком, и по этой же траектории движение затылочком вытянулись вверх. Не вверх ровно в потолок, да, а как будто в небольшую диагональку. То есть вот мы ушли вниз, ушли вверх. Ушли вниз. Единственный темп медленный. Максимальные точки растяжения. Что в нижнюю точку? Плечи остались прямые, спустились подбородком, тянемся немножечко. Что в верхнюю точку? Вытягиваюсь я хвостиком, да? Вот максимально вытягиваюсь. Где-то на раз-два задерживаемся внизу, на раз-два задерживаемся вверху. Поехали. Работаем вниз. Раз, два, вверх. Раз, два, вниз. Раз. Два. Вверх. Раз. Два. Вниз. Раз. Два. 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 И еще. Раз. Два. Раз. Два. Чуть-чуть расслабили. Нет, сделали. Теперь опустили подбородок на грудину. И из этого положения по грудной клетке выполняем полукруги. К одному плечу опустили голову в центр грудной клетки. К другому плечу опустили голову в центр грудной клетки. Начинаем работать.
Начинаю я подтянуть. И. Раз. Раз. Не быстро. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Девять. И десять. Десять. Хорошо, расслабили шею, сделали нет. Переходим на следующее упражнение. Для этого упражнения нам понадобится либо эластичный бинт. Здесь вы можете его складывать в несколько рядей, либо ставить одну рядь. Все зависит от того, насколько вам комфортно будет выполнять само упражнение. Значит, что мы делаем? Мы укладываем эластичный бинт, либо можно резиновая лента, такая тоже широкая, если ее использовать, но она у нас сейчас занята, она нас связывает утяжелители, поэтому мы поработаем сегодня с эластичным бинтом. Значит, что мы делаем? Мы укладываем эластичный бинт на зону затылка, да, вот таким вот образом, и руками удерживаем, либо кто-то вам удерживает эластичный бинт. Он не перерастянут, он просто натянут. Из этого положения макушечка тянется вверх, спина прямая, и вы затылком выталкиваете бинт назад, как будто прижимаете только затылок к стенке. Понятно, да? Делаем так несколько раз. Дима сидит, я удерживаю. Начинаем назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Хорошо. Я так подушку уминаю, когда спать ложишься. Да, да, это упражнение можно делать из положения лежа. Вы просто лежите и максимально давите на подушку, либо на диван, но подушка не должна быть, ну, приподнята, то есть шея не должна быть скручена, а именно когда вы лежите на ровной поверхности. Так, ну и заканчиваем наш комплекс, убираем плечи назад и вниз, вытягиваем нашу макушечку вверх, как будто луковица вырастает из земли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабили. Опять плечи ушли назад, вниз, раскрыли грудную, макушка тянется вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабились. Продолжим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабились. Продолжим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабились. Еще три раза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабились. Делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабились и завершаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Сделали нет-нет-нет, малоамплитудное покачивание из стороны в сторону. Да-да-да. И мы пересаживаемся и будем выполнять
основную часть нашего занятия. Так, ну что, подготовились мы. Будем работать возле шведской стенки. Дима будет работать, а я буду отвечать на вопросы. Так, Кать, смотри. Умеешь пользоваться телефоном? Своим, да. А это что? Чужой тебе? Ну да. А вот и нет, по-моему. Нашел? Короче, вот этот вопрос? Вот это читай, а потом на следующий другой почитаешь. Ага, хорошо. Подожди. Так, поднимайся, помочь тебе? Постараюсь сам. Выходных тяжело. Да, Катя? Ну, я вижу, что да. Мне всегда тяжело, не переживай. Так, ну что. Дима сейчас выполняет стандартную разминку возле шведской стенки для того, чтобы размять суставы и связки и выполнять в дальнейшем упражнение с положения стоя. Так, а я читаю вопрос. Так, здравствуйте, у меня вопрос к Екатерине. В упражнении сгибания-разгибания ноги правый голеностоп уходит в сторону, наружу, вместе со стопой. Для того, чтобы нога шла прямо, я поддерживаю рукой заднюю мышцу, которая находится чуть выше колена. Тогда нога идет прямо. Вопрос, какое упражнение надо делать для ноги, чтобы она не уходила в сторону? Левая идет прямо. Ты лежа на животе, по-моему, упражнение. Да, вот было бы действительно, потому что есть сгибание. Ну, вопрос был к там, где я лежал на животе, и ты проговаривала растяжку всю на животе. Угу, все, я поняла. Так, тогда еще раз перечитываю. Разгибание ноги. Колени. Правый голеностоп. Голеностоп – это стопа. Уходит в сторону, наружу, вместе со стопой. Для того, чтобы нога шла прямо, я поддерживаю рукой заднюю мышцу, которая находится чуть выше колена. Когда нога... Так, все правильно вы делаете. Дело в том, что, вы же поймите, учитывая то, что, ну, если я правильно понимаю, то есть идет вот это упражнение, где идет сгибание и разгибание. И в момент разгибания нога уходит немножко в сторону. Правильно я поняла? Да. Вот. В этом положении, если нога идет в сторону от тазобедренного сустава, да, то есть вот же у нас сгибание-разгибание идет от не только в коленном суставе, но и в тазобедренном. И если идет расслабление в тазобедренном суставе, естественно, вам нужно немножко поддерживать ногу для того, чтобы отдать ей правильную траекторию движения. Это как колесо в машине, да, то есть вы рулевой, куда вы повернете, туда машина, руль, куда повернете, туда колеса и поедут. Так и здесь. Куда вы направите движение мышцами сами, туда ноги у вас и уйдут. А если мышцы не накачаны, если мышцы расслаблены, то есть нет управления, нет человека, который сидит за рулем, да, и колеса вот под накатанной толкнули машину с горки, да, и она покатилась. И хорошо, если рулевое там крепкое, а если его нету никакого, да, то она и влево укатится, и вправо укатится. Так и здесь. То есть вам нужно просто задавать траекторию движения для того, чтобы натренировать правильную группу мышц. То есть если вы будете, уходя, нога будет уходить вот таким вот образом в сторону, естественно, ну, как бы будет прорабатываться еще и отводящая мышца, да. Четырехглавая будет захватываться, но не в нужной... Не в нужном, как это правильно сказать, не в нужной нагрузке она будет работать. В нужной плоскости. Да, не в нужной плоскости. А вот если движение будет правильное, ровненькое, а при этом нога заваливается куда-то вправо либо влево и со стопой, вы немножко выравниваете это движение. Никакого упражнения, прям упражнения для этого нету. Есть просто контроль движения. Либо вы, либо кто-то, кто вам помогает.
И со временем оно наработается, да? Со временем, да. Ну, как, наработается движение, правильная группа мышц проработается, если там участвуют мышцы. Если же это просто траектория движения для динамики движения, то в этом случае будет правильно прорабатываться связка. Здесь же вы должны понимать, есть зависимость от вашей, если у вас есть чувствительность, если у вас есть понимание, что вы работаете мышцей, да, то ваша задача еще тогда можно что сделать, есть чувствительность. Вы можете просто даже на фитбол вот сюда положить мячик, я, наверное, даже сейчас покажу, да, это если у вас есть эта чувствительность. Ну что, я присяду? Да, Дима, присяду. То есть вы можете что сделать? Вот вы лежите на фитболе, да? И вы понимаете, что ваша нога просто падает с него, да, в этом положении. То вы работаете, вот, отвели ногу, вернули, отвели, вернули. Но старайтесь это сделать ягодицей. То есть отводящее и назад приводящее, отводящее, приводящее. В этом случае у вас включится ягодица, она укрепится и не будет давать завариваться вашей ноге в сторону. Если я правильно поняла вопрос. Ну, вообще, надо делать упражнение правильно и направлять, чтобы нога не отвалилась, потому что тазобедренный выворачивается, расслабляется стяжки. Естественно. Поэтому я и говорю, вы просто удерживаете, да. Вы правильно написали, что я просто придерживаю ногу для того, чтобы стопа и голень не уходили в сторону. Все верно. Это ягодичная мышца, это вот эта вот часть. Бедро вываливается просто. Потому что само движение идет всегда от тазобедренного. То есть ваш толчок идет, если вам не хватает, или, например, у вас внутренняя часть чуть более сильная, или наружная чуть более сильная, может нога уходить либо вовнутрь, либо наружу. Это нормально. Вам нужно кто-то, кто будет помогать направлять ногу пока для этого упражнения. Что там еще? Куда залазить? Давай я сделаю степ один, ты пока поставишь. Или ты хочешь ответить сразу? Ну, давай сейчас смотри. Короче, парень один у нас в чате. Ну, вот тут сейчас, посмотри, как он ложится и поднимается. Ну, вот так, да? Угу. В принципе, хорошо. Хорошо он поднимается, все, мне понравилось. Но просто нет, я так тоже не умею. Угу. Значит, смотри. Вот почитаю. Здорово, Дим. Хотел спросить про спину. Можешь упражнение посоветовать на укрепление поясницы? А то если лежу на спине, на полу, либо в кровати, то подняться могу только с помощью рук, а спина тупо слабая. То есть смотри, я тебе объясню. А человек лежит и хочет подняться. Я ему объясняю, что это пресс. Правильно. А он говорит, а мне врач сказал, что спина. Я поняла. То есть... И врач правильно сказал. Это весь корпус, это понятно. Но это тупо классическое упражнение на пресс. Да. Значит, смотрите. Вот я покажу, что только что было на видео. Смотрите, только что было маленькое видео, как человек для того, чтобы опуститься на спину, да, то есть он опускается сначала на локти, да, а потом полностью ложится. И точно так же вначале поднимается на локти, выставляет руки и затем поднимается. Человек хочет полностью вот из положения лежа сделать положение сидя и просит упражнение для мышц спины. Доктор сказал, что слабая спина, поэтому он не может подняться. Дима ему ответил в чате, я так понимаю, что это вообще пресс. Так вот, смотрите, доктор тоже прав. Критикуй меня, критикуй. Защищай своих врачей. Нет, доктор тоже прав, но Дима прав больше. Потому что вообще, ну, классически, из школы вы знаете, что вот вы лежали для того, чтобы подняться, да, это включается пресс. Но пресс является мышцей, антагонистом для мышц спины, да, и даже здоровый человек, то есть даже я вот сейчас легла, и чтобы подняться, мне нужно достаточно большое усилие, чтобы из положения лежа сделать положение сидя. Не каждый здоровый человек может так сделать. А когда вы
Например, это если вы четко лежите на спине. Когда вы немножко поворачиваетесь на бок, вы и то в этот момент опираетесь на руку для того, чтобы сесть. Я то так есть, встаю. Так все так встают. Я встаю на бок и потом одной рукой. Дело в том, что все так встают, либо даже здоровый человек при пробуждении, да, то есть он немножечко автоматически поворачивается на бок. И все зависит от того, для чего этому человеку этот навык. Чтобы просто сесть, тогда просто качайте пресс и качайте спину. Спину качайте... У нас есть упражнение? У нас упражнение на канале на спину, на пресс. Просто и на статические, и на динамические, и косые, и прямые, и с подкрутом, и с под выподвертом, и все там больше 100 упражнений. Больше мы, 100 наверное, тысяч. В пятницу сделаем упражнение на кушетке для укрепления мышц спины, которые как раз-таки будут вам полезны. Поэтому ждите пятничную тренировку, и вот там будут для вас упражнения. Но они не помогут вам из положения лежа сразу сделать положение сидя. Они вам укрепят спину, чем поспособствуют каким-то другим действиям и упражнениям. Объясняю, почему не помогут. Потому что, еще раз показываю, из положения лежа на спине мне надо руки прекратить. Вот, все, Дима, мне чуть-чуть пальцем ты мне можешь даже в лоб упереться, и я уже... Все, я уже, у меня уже ноги поднимаются, да? Мне нужно сделать противовес руками и напрячь пресс настолько, чтобы сделать сидя. Достаточно просто Диминого пальца положить мне на лоб, и я уже не поднимусь. Просто слабо. Возможно. Я ж болела. Вот. Поэтому, ну, какая цель у вас, чтобы просто сесть? Тогда вам лучше поворачиваться немножко на бок, опираться на тот же ваш локоток, да, там сбрасывать ноги, либо вот таким образом, да, то есть вот одной, второй рукой вытолкнуться. На самом деле в вашем видео вы делаете все абсолютно правильно. Так делают практически все колясочники, и это мы даже такому обучаем на начальном этапе, чтобы как-то человек мог сесть. Поэтому... На самом деле, можно я ставлю свои 3 копейки? Конечно. Выручай. Вы чуть-чуть неправильно ставите себе цель. Зачем вам просто взять и сесть? Цель должна другой быть. Цель должна быть раз и сидеть устойчиво на табуретке. Для этого нужен корпус, пресс и все остальное. После этого вы хотите встать, замкнуть колени. Вот, ну, а так сидел и сел, ну хорошо. Зачем? То есть конкретно для чего вам вот именно этот подъем? Все должно быть функционально. То есть я хочу сесть вот так для того, чтобы потом растягиваться вперед, да? Так для этого не обязательно вставать и нагружать пресс до такой степени, да, чтобы выполнить другое упражнение, да? А если я хочу сесть для того, чтобы сидеть, вы можете сесть удобным для вас способом, функциональным, который не нанесет вам никаких травм. Если вы хотите накачать спину, то тогда просто качайте спину. Для этого не нужно из положения лежа садиться в положение сидя. Спину, пресс, да, очень много упражнений. Смотрите все внимательно. Слушайте. Смотрите, как я накачался. Да, вообще. Перекачался. Так, ну что, а у нас степ? Да, поставили ноги на степ. Я Диме помогаю приподняться. Сейчас так что у нас тут с головой вроде не сейчас должно растянем. Мешать. Будет мешать. Будет мешать снять? Угу. Честно говорю, я вспомнил. У меня чуть-чуть отошла стенка. Не только мог. Не на шею, только не на шею. Не волнуйся. Блин, спастика держит ногу левую. Ладно, тяни. Левая пятка. Ага, все.
Ну давай, начинай, я скажу. Раз. Раз. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Девять. Десять. Десять. Одиннадцать. Одиннадцать. Таз уходит назад и присаживается. Чуть-чуть это двигаем. Разгрузить ноги, снять со степа. Второй подход. Для того, чтобы растянуть поясницу и спину перед тем, как подниматься. Ух ты, блин! Не хотят ноги выпрямляться мои сегодня, Катя. Ну, Дима, перерыв такой был для степа большой. Хорошо, хобай, походили на прошлой неделе. Левая пятка. Ага, все, чудно. Правую чуть-чуть еще. Ага, все. Левая, правая. Два. Правая, два. Левая, три. Правая, три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Правой ноге, вообще нога недовыпрямляется, не хочет. Подколенная болят безумно вообще. Нормально. Месяц перерыва. Ну да. Да и праздники сказываются, оливьешечки всякие твои. Да, вкусняшки все. Да здесь срочно вообще, это просто. Поставили ноги и поднимаемся для третьего подхода. Ноги.
пластика, видишь, по бедру. Угу, я вижу. Вот у меня в последнее время по бедрам вообще... Чего? Ходить хотят. Раз. Раз. Наверное. Два. Два. Девять. Покручиваешь корпус. 10. Что делать? Вот ты в эту сторону чувствуешь, как ты корпус докручиваешь, а в эту не докручиваешь. Попробуй так тоже не докручивать. Получится? 11. Вообще 11. Не крутить корпус. Ну вот в эту сторону. Ты видишь, как доворачиваешься, а в эту красиво не доворачиваешься. Попробуй и здесь вот так. Да. 13. 14. 14. 15. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Встал на две, колени ушли в коленоупор. Блин, как ты меня начала равнять, вообще тогда, блин, ягодица, бок этот. Ну, потому что ты прокручивался. Ты компенсировал, я не поняла чем, но или поясницей, или спиной. Спиной? Или поворотом, ну, вот, скорее всего, поворотом таза спиной. Зафиксировали, выровняли пятки, выровняли колени. Так, Дима, понажимать еще? Не надо. Не надо? Будем работать? Регулируем. Ну, так вроде бы я отрегулировала колени по... Глубину приседания. А, глубину, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и тридцать. Хорошо. Отдыхаем, восстанавливаем дыхание. Значит, в этом упражнении Дима работает прессом, бедрами, поясницей, ягодицами. Естественно, помогает себе руками и грудной клеткой. Ты стараешься удерживать копеечку. Да, обязательно в моменте выполнения упражнения представляете, что вы ягодицами удерживаете монетку. И тем самым проталкиваете таз вперед и вверх. Да. И молодость вспоминаете. Подальше, поглубже, побольше. Да. В глазах темнота. На самом деле. Глаза восстанавливай. Так. Ну сложно, сложно. Блин, вообще напрягаются бедра окончательно. Кстати, здесь. Ага. Это правильно? Угу. Короче, и всегда надо не забывать тянуться макушкой вверх. Вот это вообще. Да, вы вырастаете, вы поднимаетесь. Самое ценное указание, блин. Угу. Все время тянемся вверх. Да. Да, Катя? Угу. Так, ладно. Еще тоже такое вот одно из ценных указаний. Когда вы делаете какое-то упражнение, постарайтесь глазами вести туда, вот, например, когда вы встаете, поднимаетесь, приседы какие-то делаете, да? Куда направлен взгляд, туда направлено ваше тело по движению. Это неврология так работает.
Ну, называется обратная связь с мозгом, вроде как. Да? Так. Да. Которая тоже немаловажна. То есть, куда вы хотите подняться, туда вы и смотрите. И направляете движение тела в ту точку. Ты готова? Я всегда готова. Любительница поболтать. Да. С мужчинами. И не только. Вау! Я поболтать люблю со всеми. Хорошо, теперь присаживайся. Поднимаемся. Я думаю, никого не знаю. Знаешь, как вам? Но вот когда-то будет выиграть. И присаживаемся, выбираемся из конструкции. Так, перелегли на кушеточку и выполняем растяжку. Сейчас еще подрастянем немножко ноги из положения лежа на животе. Икроножку потянем. Обязательно фиксируем голеностопный сустав своей рукой. Удерживаем для того, чтобы никуда не скрутить стопу. Особенно на начальных этапах, когда только после болезни вы попали домой, после госпиталей, больниц, и начинаете самостоятельно эту разработку. Если вы лежали с человеком в больнице и видели, как инструктор работает, если был там инструктор, да, то в этом случае вам рекомендация на будущее, если вдруг такого не случилось, подойдите к инструктору в следующий раз, когда человек будет лежать в больнице и с ним будут работать, и попросите, чтобы вам объяснили, показали, как
это делается. Растягиваем еще четыре главы, прижимаем тазом часть кушетки, а тянем, обхватывая за бедро, за колено. Так? И то же самое прорабатываем со второй ногой. Хорошо стало. Меня видно. Так. Сгибаем ногу в коленном суставе, приводим пяточку к бедру. К ягодице. Так, прорабатываем со стопой. И теперь захватываем выше наколенника. Сгибаем ногу, упираемся в плечо, второй рукой фиксируем таз и растягиваем. Еще разок. Согнули. Захватили, положили, прижали, подтянули. Переворачиваемся. Нормально. Выпрямилась наконец-то, да? Спастика. И это тоже выпрямляется. Вот спастика идет по бедру. И в последнее время все чаще. Я так понимаю, что скоро бедро у меня как включится, я как понесусь. Как побежишь? Наверное, на лыжный курорт нырять в снег. Стандартную растяжечку. Подвинуть еще. Нормально. Сгибаем ногу в коленном тазобедренном суставе. Я сегодня свободен, да? Да, ты сегодня свободен. Да, кстати, вот кардио, когда идет разминка, то лучше не нагружать уже, потому что они уже уставшие. В конце они уставшие, ты уставший, спина уставшая. Я вообще уставший, кстати. Тут такая тренировка была какая-то, знаешь, профессионально, никаких эссесов, все ровно. Где-то что-то подправили, четко. Не ноешь ты, как всегда. Вообще. Да? Видишь, как хорошо. Похвалили мою тренировку. Что? Я говорю, похвалили мою тренировку, приятно. Не, ну она так. Ну, мне тяжело, понятно. Потому что я слабак. Тем не менее, я справился. Конечно, здесь не было результата. Ну ладно, все. Стопу? Не, говори. И уводим ногу в сторону. Тоже помним. Лучше перейти по ссылочкам, либо поискать в отдельных упражнениях растяжку. Это растяжка. Папка растяжки. Папка растяжки. Для того, чтобы более подробно и четко понимать, как вам помогать растягивать пациента. Родича. Или, да, близкого человека. Блин, у меня так болят стопы. Слушай, ну как болят? Болят. Так ты ж походил стопами. Ты же ногами ходил. По степу. Ну так стопами же на нем стоял. Движение, да? Конечно, там голеностоп. Движение в голеностопе, плюс нагрузка на хрящ, по-другому идет, да? Ну, не так суставы. Просто стоишь. Да, не как просто. То есть вот это вот движение, то есть это растягивается задняя поверхность голени, передняя поверхность голени. В одном, с одной стороны она растягивается, с другой сокращается, потом наоборот. С другой растягивается, с первой сокращается.
Здорово было бы, да, проснулся, и у тебя все нормально сразу. Да. Было бы здорово. Но это же невозможно. Во снах. Все во снах. Во сну. Во сну. Да, был очень длительный перерыв. Кстати, по степу месяц почти. Мы, наверное, в этом месяце один раз походили. Или два. Раз, два, три. Ну, один точно ходили, а вот насчет второго я не помню, ходили или не ходили, может, это опять. Еще. Не, не ходили. Один раз ходили. Короче, не знаю. Не, на степы мы ходили, у нас пятничные тренировки пропадали. А... Два раза мы ходили, это третий, потому что было пять. Понедельник, а на этом месяце. Значит, два ходили, это третий. Два пропустили, вот все, две недели. Уже сложно, видишь? Угу. Ну, не то, что сложно, но по-другому реагировать надо. Не могу сказать, что прям сложно-сложно. Ты ходил по 25, по 27. До 30. Не, ну ладно. Или еще... дохаживал. Да. Сейчас тридцатку, в принципе, ты на последнем подходе, только тяжело, ну, закончил. А первых два... По силе пришел мама. То, что она недоупрямлялась, это другой момент. Ну, что-то недоупрямляется, я и тут. Правая нога. От чего? Пускай хорошо проработает, когда в следующий раз придет к тебе дальнюю поверхность правой ноги. Он хорошо проработал. Хорошо проработает. У меня задняя поверхность как раз таки уделяет внимание очень много. Потому что там икроножная, ахилл, там тоже он хорошо работает. Угу. Икроножная и вот это вот, и двуглавая, да, все, он все прорабатывает хорошо. И четырехглавая нормально. Ну, короче, ноги он хорошо прорабатывает. Он уже спину чуть меньше, угу. Потому что, говорит, спина у тебя нормально, да. Ну вот чем и хорошо будет движение, говорю, это занятие. Хорошо, да. Занятие раз в неделю тем, что, например, ты неделю проработал, он понял, что, например, у тебя в этот раз спина сильно забитая на этой неделе. Он чуть-чуть больше времени уделил спине, а ноги тоже хорошо проработал. Не так, что прям полностью? Не, ну, он полностью прорабатывает. Ну, понятно, когда он начинает мять, и там уже сметанка, то что ему мять? Ну, да. Финиш. Да. Я, кстати, каждое утро стопы прорабатываю себе. Класс, молодец. И делаю вот так вот пальцами в конце. Носок отделаю, по 10 раз делаю. Кайф вообще. Потом кручу их, верчу на себя, от себя, лево-право, по потолок, короче. Я когда малинка? С утра, да? А ты знаешь, грубо говоря, по 5 минут на каждую стопу уделил, а уже интересно. А дело в том, что вообще то, что ты с утра это делаешь, это очень круто, потому что активация стоп. Лимф. Да, это лимфа, дренажная техника, и организм, кстати, лучше просыпается, и лучше в туалет ходится, и лучше желудок начинает работать. И ярче солнце светит. Конечно. Все краски гораздо ярче. Да. Подошла к концу наша сегодняшняя тренировка понедельника. Хорошо отзанимались, в принципе, стандартная у нас была тренировочка, которую мы делали, вот как Дима говорит, на 113-ю похоже. Ну, как всегда, вы же знаете, что в каждой тренировке есть какие-то моменты, нюансы, которые мы проговариваем, либо есть ответы на вопросы, которые вы ждете. Поэтому будьте с нами, оставайтесь с нами, будьте счастливы и тренируйтесь. Да, друзья, вообще здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Нет, тренировка была, я же уже говорил, вообще супер хорошая, мне понравилась. Такая она тяжелая, для меня вообще была тяжелая. Ну, я выдержал, так что
Занимайтесь вместе с нами, берегите себя, своих близких. Никогда не падайте духом. Будьте счастливы. Всем пока. Всего доброго.